Как вам соревнования? Отлично. Жарко. Жарко? Да. Хорошо. Во всех смыслах. Жарко, жарко. Жарко. Как у вас соревнования? На трофи-рейде что больше всего запомнилось? Болото. Болото, которого еще не было. Не бери давай. Все только начинается. Болото придерживало участников соревнований. Точнее, индуристов. Из-за этого многие сошли. Было тяжело, но интересно. Лучше Проня расскажи о вчерашнем. Вот это весь молчит. Проня, расскажи, что ты думаешь о вчерашнем. А что было? Надо было вчера снимать, когда они приехали. Когда приехали, там всех мандражило просто. Они просто ничего не могли уже говорить. Полчаса я лежал. Как залетел-то? Да пуль, ё-моё, не видно Ты сам как организатор достаточно классических соревнований Татарин Трофи, но в последнее время ты также включаешь туда и секции, да, в формате RFC? Да, я элементы RFC в моих соревнованиях присутствуют, а у меня, можно сказать, ну, в старых добрых временах, в староверской формат соревнований, три классических этапа, это спринт, это ориентирование и трофи. Все эти элементы есть, и вот последние два соревнования я начал внедрять уже под формат RFC, новый формат, ну, как бы приучать участников, что ли, к этому, потому что у меня много участников новых появляется, которые не участвовали в RFC формате, и им я показываю, ну, как это надо проходить. Сюда они приезжают, кстати, двое участников вот на нынешнем соревновании приехали, можно сказать, после подготовки на моих соревнованиях и показали очень даже неплохие результаты. То есть они уже знают, как действовать, как этот формат RFC работает, куда ехать, какие запреты, какие требования. Вот все это есть. То есть у меня как бы школа молодого бойца, что ли. Так.
Ну, трофи в первый день, конечно же, как бы тяжеловато дались, как бы с непривычки сразу первый же день и на 80 километров по трофям как бы было, ну, нелегко, будем говорить. А так, в принципе-то, ну, секции тоже хорошие. Да, поэтому секции интересные, как бы, и с прошлого где-то изменились, как бы, такие интересные и нелегкие, скажем так. Как машина себя показала? Ну, в принципе, машины довольны, мелкие, конечно, там, как говорится, все равно каждый год все это достраивается, мелкие где-то болячки вылазят, ну, как бы, сейчас посмотрим, сделаем, как бы, в принципе, нормально, в принципе, довольны, как бы, машина показала, тут вот, пусть, как бы, отлично. Два года назад, когда мы участвовали на Samurai Hydronic Trophy, мы с ребятами собрали пожелания от всех участников и зрителей соревнований. Я сложили их в контейнер герметичный, который служил пластиковой бутылкой. Вот, и закопали. Как бы пожелания тем, кто следующий приедет сюда, на полигон FAMS, на соревнования. Вот, прошло два года, и вот в этом году мы их откопали. Очень приятно почитать пожелания. Одно из них. Ребята, мы рады видеть вас на земле Аланхо. Желаем вам удачи в соревнованиях. Надеюсь, вам все понравится. Приезжайте к нам еще. Мы всегда рады вас видеть. Елена, 10.06.2016 года. Участник прошлого года и посмотрел со стороны в этом году. Показалось, секции, ну, явно посложнее, чем в прошлом году. Участники напрягались явно побольше. И борьба вроде бы была даже посильнее. В прототипах ребята рубились до последнего, там они на баллы шли. Результат шел на баллы, в итоге победили. Наконец-то закончился очередной чемпионат Республики Саха-Якутия по трофи-рейдам. И второй год он уже проводится в формате NPS Challenge. Довольно-таки интересное мероприятие, необычное в плане для трофей, хотя длинные секции, они накладывают наш элемент, своеобразные якутские, да, потому что у нас трофейная трасса в этом году была 80 километров практически. Довольно-таки тяжело. Порадовало количество участников. Довольно-таки много было. Отдельно, можно сказать, про класс эндуро, которых в этом году, ну, безумно было много для нас. Причем они участвовали с автомобилями на равных. И, наверное, можно сказать, что это эксперимент вообще впервые в Якутии по всей России. Там, где участвуют именно эндурики в таком формате, довольно-таки для них тяжелым. Больше я нигде не видел. В Приморье, только в Малайзии был эндуро-заезд. И то после того, как мы провели в прошлом году. Очень сильная группа была «Харт» в этом году, наши прото. А лидеры шли очень и очень плотно друг к другу. Там буквально у них меньше десятка баллов была разница между первым и вторым местом. Категория «Спорт» в этом году им было особенно тяжело, потому что большинство из них – это обычные туристы, которые перешли в более высокую категорию «Спорт». А мероприятие прошло, можно сказать, да, тяжело, это все-таки чемпионат, но все замечательно, без травм, без больших поломок, никого в лесу не оставили, все вернулись, все секции были. Ну и большое спасибо нашим партнерам, которые помогли нам в организации такого сложного мероприятия. Это компания Raptor, которая поддерживает все соревнования в серии RFC на территории России. Это компания New Vision, которая сделала всю наградную продукцию и рекламу в этом году. Спасибо нашим друзьям Star Tickets, которые сделали для нас свою рекламную продукцию, которую увидели на автомобилях участников. Ну и спасибо нашим информационным партнерам, которые всю тянут нашу информацию, ведут наш сайт. Это компания Smart. Наши старые
и добрый партнер компания, строительная компания «Транстрой», которая нам помогает делать этот полигон, прежде всего. И «Кордострою». Отдельно спасибо за трассу для автокросса, которую в рамках нашего чемпионата провели также в это время. Ну и продвижение, куда без продвижения, которое освещает всю эту изумительную компанию. И самое главное, большое спасибо нашим ангелам-хранителям, которые нас постоянно за нами смотрят на каждых соревнованиях. Это ветероклиники. Мы всегда знаем, что у нас медик здесь, если что-то случится, они окажут помощь и поддержку.